Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре бокс. И нам абсолютно без вложений дают зарабатывать криптомонеты. Регистрация наипростейшая. Ну, здесь сами просмотрите. Все. Юзернейм, email два раза. Пароль ставите. Галочку. Разгадываете капчу. Нажимаете «Зарегистрироваться». Код по имейлу и паролю. И при входе здесь одна капча Solvi Media буквенная. Давайте зайдем. Надеюсь, правильно вставила капчу, прописала. Значит, попали мы в кабинет. На вывод я не проверяла. Буду сейчас делать все, ребятки, в режиме онлайн. Так как я где-то в часов 11 вечера только зашла. И у меня ни сил, ничего не было уже. Так. Прежде всего, требуется подтверждение email-адреса. Кликаем. Так. Good. Подтвердила, что ли? Я не поняла. Но мне письма не было никакого. Спам. Сил. Вот. Попала в папку спам, ребятки. Имейл адрес надо подтвердить. Так, имейл адрес я подтвердила. Это можно закрыть вкладочку. И это. Так, далее что? Давайте смотреть теперь. Это наша домашняя страничка. Далее вкладочка реферал находится, партнерская ссылочка. Вот она выделена красными буквами, ну, вот красным цветом. Здесь у нас шорт-линк, реферал контент. Это нам не надо. Это новости. Вывод здесь от 75 токенов на PulsePay. Litecoin. Минимум вывод 75 токенов. 75 токенов можно это все быстро набрать. Это потом будем проверять. Далее. Кран. Сейчас загрузится. Дает нам 40 коинов. Можно наделать в день 1000 клеймов. 1000 сборов. Разгадываем. Антибот. Загрузится страничка. Антибот разгадываем. Здесь у нас такая еще капча есть. И антибот 10. Господи, вот что я делаю? Куда я кликаю, ребятки? Три. 10. Вот. Тут все уже бзик по фазе. Все, 40 коинов мне засчиталось. Через 3 минуты я могу опять собирать. Вот идет отсчет. 1000 клеймов. Далее. Сейчас страничка загрузится. Немножко.
здесь должно появиться. Вот еще кран. Здесь нам дают меньше. Всего 7 коинов. 350 клеймов. Загрузится. Как что у нас? Такую выберем. Раскатываем. И что у нас? И вот на синюю вкладочку. 7 коинов засчиталось. И через раз 30 секунд выходит. Так, сейчас опять подгрузится. Короткие ссылки я не просматриваю. Если хотите просматривать, просматривайте. Я их не люблю. Мне достаточно рекламок. Значит, просмотр ссылок. Рекламок. Значит. Сейчас, ребятки, подождите. Подгрузится. Вот здесь должна появиться такая палочка, чтобы двигать. И вот VIF-адрес, 10 рекламок. 10 рекламок на 137 коинов. Опускаемся ниже. И что он? 20 коинов 10 секунд. Кликаем. Нас перебрасывает на страничку. Тут рекламка такая вот у нас опять. И ждем отсчет таймера. Все это делается быстро. Разгадываем капчу. И на зеленую вкладочку. Возвращаемся. Давайте я еще одну посмотрю. Рекламку, чтобы проверить сразу в режиме онлайн. Это все на вывод. Еще 10 секунд. Разгадываем капчу. Кликаем, возвращаемся. Ну, наверное, минималка у меня уже должна быть. Далее сейчас посмотрим, что еще там есть. И проверим его на вывод. Сейчас она подгрузится. Так, рекламку я показала. Задание здесь. Офервал. Далее что? Ну и все. Такого. Так, что у нас? Посмотрим, что у нас здесь за задание. Переведем на русский. Ну, сделать пост на форуме. Комментарии публикуйте снимок экрана с доказательством оплаты. Далее. Опять комментарий. Но это я не знаю. Вот как-то так. Ставим оригинал. Идем в домашнюю страничку.
У меня 107, 117 коинов. Вывод от 75 вот этих коинов монет. Кликаем вывод. Сейчас будем проверять. Значит, Litecoin. Solana кликаем. И что у нас? 867 Solana монет. Litecoin у нас 934. Ну что у нас здесь? Bitcoin, Tron, потом это у нас Dogecoin, Solana, Tether, Ethereum, Bitcoin Cash. Я выбираю Solana. Вы же можете выбрать любую криптомонету. Значит, что у нас здесь надо? Прописать с FaucetPay email адрес. Не кошелек, а email адрес. Прописываем. Я кликнула, видим, да? Синяя такая рамочка. Обязательно. Адрес. И кликаю вывод. 117 коинов вывелись. Идем на домашнюю страничку. Баланс мой обнулился. Идем на FaucetPay. Проверяем. Сейчас загрузится. И Hilano Faucet. Hilano так называется. 868 Solana. Вот этих сатох. 4 апреля. Инстант. То есть мгновенно пришло на FaucetPay. Платит мгновенно. Интересно, работаем. Неинтересно, проходим мимо. Это интернет, и вы сам себе начальник. Вот, каждому свое. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.